Пока цель не показалась, включаем периферийное зрение. Цель может показаться через секунду, а может и через 2 дня. А если есть захотишь? Поголодаешь. А в туп зальет? С дерева пописаешь. Не, я лучше, когда вырасту, стану Зором. А я Красный Мститель. А ты кем у нас будешь, Леша? Чунганчжук Большой Змей? Да какой он змей? Он у нас индивидуальный. Обедать идите, воины. Сегодня обедаем без Лешки. Почему? Он занят. Как занят? А борщ? Делай, что хочешь, но через минуту он должен быть здесь, и борщ есть. Разрешите выполнять? Помоги! Помоги! Слышь меня, значит так, Сереж на Ладожскую, а нам с Березой другой объект. Поехали. Миш, прикроешь меня.
Чудаков, не потерплю. Старший лейтенант Сергей Ронин ослушался прямого приказа. Пошел играть в Рэмбо. Тем самым подставил отряд. Оставил отряд без поддержки, без пулемета. Моего брата убили. И что? У него тоже брата убили. Солдат должен беспрекословно слушаться приказов. Потому что он несет ответственность не только за себя, а за весь отряд. Этого на гражданку. В армии своих мудаков хватает. У вас 10 минут собрать барахло. Дурь сжечь. Вольно. Разойдись. Брат! Проект эти деньги не нужны. Все для простых людей, для народа. Конечно. Я подожду. Хорошо. Ваня! Твою мать, куда ты этого гондона пропускаешь? Сколько раз тебе говорить? Подрезай, подвинется этот пидорас, куда не денется. Подрезай. Вот так. Ты что сегодня с тобой так? Подрезай, спокойно, езжай. Видишь, я разговариваю. Ты этого козла давай подожми. Подрезай. Вот так. Извини, ага. Ну и давай, без демагогии. Народ, простой народ ждет от нас помощи, поддержки. Мы все должны для этого сделать. Брат, ты меня вытяни из себя сегодня хочешь? Твою мать, подрезай, я сказал. Не пропускай. Сборы платиков. Подрезай, твою мать, не пропускай. Это моя тактика. Что нужно? А я ничего. Нагородный дом, покерный стол. Ты, козел, ну-ка иди сюда! Ну-ка документы и фамилию быстро свою! Я в здание сам разберусь! Чё такой борзый-то? Страховка хорошая. У меня-то? Сил душ покруче твоей, ну? Ну, видел. И чё? Я не знаю чё. Можешь автограф тебя взять? Или на землю пасть поклоны класть? Ты шутишь, да, Козлина? Ты шутишь? Я тебя заставлю мне новую машину купить, ты понял? Ну ладно, чё вы? А чё? Чё? Не умеешь рулить? Чё за руль-то садишься? Не умеешь, не садись. Вы же сами. Что сами? Я тебе сказал, не умеешь, не садись. Ты что тебе? Дуйся, слуга народа. Ну чё? Царапинка, а соплей-то? Куришь? Ну начальник тебя мудак, понятно. Самому мудаком зачем становиться? ПДД не для тебя описано. С тех пор, как мигалку с сиреной сняли, громче любой сирены стал орать. В чем здесь ПДД? Здесь по закону физики не знаешь, как ездить. Ну что, разберешься? Я погнал. Береги начальство. Нам без него никак. Кто за нас думать-то будет? Я тебя из-под земли достану, ты понял меня? Я тебе... Ты кто такой? Зорро я. Зорро. Ты что стоишь-то? Ты где был? Ты что? Ты не видел сам, что ты сделал? Ты быстро за руль и поехал! Здорово, корова! Здорово. Ну-ка дай гляну. Отъелся, смотри, на харчах армейских. Ты на себя посмотри. Это я еще на диете. Пойдем. Пойдем. Опа! Пойдем, покажи, пойдем. Ну что, как дела? Ничего, нормально. В прошлом году капитана дали. Работа херова, конечно, но веселая. Ну что, Зорро не треплет-то? Меня 193 сдержание уже. Когда за 200 перевалит, всему отделу представляться придется. Я поэтому сейчас со страшной силой отработку хочу. Всем проставится ни денег не хватит, ни печени. Ты знаешь, ё-моё. Ты как, брателло? Да нормально, служу. Нормально? Ну, служи, служи. Батя как, сулетует? Я злился у него первое время, а сейчас ничего вроде. Мне и здесь хорошо, даже скучать по нему начал. Че, убили батя? Убили капитана 2 месяца назад. Снайпер сделал.
Слушай, тебя надолго отпустили? 2 недели. В ресторан не хочешь, завезу тебя покушаем? Да не надо, Сережа. Зачем? Поехали, поехали, приехали уже почти. Ну, зонтик тебе поставлю. Если с проверкой, просто покушать. Не против? Дело в том, что мы очень рады вас видеть. Какой столик закажете? Да вот этот по центру. И выпить нам. Принеси по-быстрому. Одну минуточку. Еще за курятник. А хозяин ресторана уголовное дело заведено. В Америке развернуться не дали. Приехал в столицу воровать. Казино открыл подпольное. По городу гулять не можем поймать. Коррупция, короче. Нам по гранцам проще. Ну, не скажи. Среди ментов тоже мудаков достаточно. Давай за встречу. Недавно двое напились. Давай стрелять друг друга. Мы сидим с тобой чинно-блинно, гуляем. Культурно сидим. А могли бы. Хорош, Серег, спрячь. Сам спрячь, я тоже. Ты что задумал? Как там вашего бандераса зовут, я забыл. Жалопага, Галапага, Галапага. Черепаха поехала. No, comprende, señor. Это его за что? За скорость? За сообразительность так прозвали? А? Я не понимаю. Не понимаешь, о ком, да? Вы говорите? Не понимаешь? Ну такой вот он, среднего роста такой, двухметровый, такой лысый, лицо такое воодухотворенное, как у Коли Валуев. Коля Валуев такой, мордастый. Все самому надо делать. Он ведь по центру. Ну вот же, ни с кем не перепутаешь. Рахо, рахо. Че он лопочет? Переводи. Говорит, что если вы не уберете пистолет, они... Си. Они вынуждены будут вас убить. Передай этому пистолеру, чтобы все легли на пол, иначе огрой огонь. Эндиалу серо. Сеньор. Эрлиру серос. Вот такая вот примерно, братан, мать ее. Работа. А предупреждать не пробовал, братан? Вы, мать, нас вообще-то завалить могли? Прямо в ухо мне нахер. Нас погранцами могли пристрелить, ты не жаловался. Да ну тебя в жопу, клоуном был. Клоуном остался. Да ладно, расслабься. Через 5 минут группа захват прибудет. А сразу нельзя было подождать? Да ну их к черту. Сначала больше на фиксора, потом переговоры идут 3 часа. А так дешево и сердито. Класс. Да, лысый? Когда все закончилось, приехал кинохроник. Весь отпуск начался, брат. Вот, Сань, здорово. Ты что ли? Да нет, Пушкин, блин. Все, пацаны, расслабьте. Здорово, Серега. Здорово. А этого быка увезти?
Это кто? Брательник мой. Брательник. Похоже. Здорово. Алексей. Очень приятно. Ну слушай, вы тут нормально погуляли. А это что? В казино проиграли? Посчитаешь, Саня, а? Ничего там. 5 теплых, 6 жмуров. 193 плюс 6, 199. Ну, и чё? То есть не представляешь, ёма. Сань, всё бумазей без меня замажешь, ладно? Не вопрос. Ко мне брательник приехал. Давай. А где Светка? А бог её знает. Только она теперь не Светка, а Эмма. Вот или там, хрен его знает. Вернулся, блудный брат! Здорово! Такая большая стала уже. Я в отпуск. Не уволился, что ли? Да нет. Ну и дурень, да. Как со старшим разговариваю, зелень. Ладно, старики-разбойники, воспитывать надо было, когда вперёк лавки кладут. А теперь уже поздно. Понял, да? Согласен. Серьёзно. Ой, ладно, ребят. Я в Вовчике. Забилась на Фаню колбасить. Мне идти надо. Меня люди ждут. Чего? Потом... Брат, переведи, а. Да игры компьютерные. Пойдем. По 50. На кухонку. Встал, наверное? Слушай, ты... Прежде чем на пули лезть-то, о сеструхе подумал бы, брат. Реально. Блин, точняк. Надо было пивка и взять. Чего мы? Тормозили-то? Иди. Эти братовы на самом деле завидую. Там все понятно. Тут свои, тут чужие. Чужих мочим, своих защищаем. Ну а чё, давай к нам, хорошо попросим, возьмут. А город я на кого оставлю? Не, со мной это бардак, а без меня вообще. Извини, я же забыл, тут же все на тебе держится. Держится тут, братан, все на соплях. Объект прибыл, приготовьтесь. Вас понял. В готовности. Есть. Людвиг Карлович. Какая встреча? Вы позволите? Снайперу своему скажите, что проверил на 2 этажа выше. Пожалуйста. Проверьте помещение на 2 этажа выше. Вас убивать я не стану. Я хочу, чтобы вы передали Савелию Андреевичу, что я в нем разочарован. Если он не прекратит меня преследовать, я обижусь. Хотя я лучше ему сам позвоню. Встал. Встаньте. Мы настолько близки, что вы можете класть мне руку на плечо. Вам, молодой человек, настоятельно рекомендую не тыкать малознакомым людям. Это невежливо. Не стреляй! Не стреляйте! Савелий Андреевич, ну что, проснулся? На вот. Поправься. А вы как? Что как? Попал ты сюда? Ну, брат. Полковнику МВД многие двери открыты. Мне вчера рассказали, как вы с братом мексиканцев шороху навели. Что, теперь у Сереги проблемы будут? Я же говорю, рассказали. Они доложили. Проблему утрясем. А ему передай, если и дальше будет в Зоро играться,
то сколопочет полное несоответствие со всеми вытекающими. А то и просто пулю. Да я-то передам. Толку-то что, что вы Серегу не знаете? Да знаю. Знаю. Ладно. Давай просыпайся, умывайся, похмеляйся. Ко мне поедем. Разговор к тебе будет. Проходи, Леша. Присаживайся. Ну что, давай сразу к делу. Хочу предложить тебе работу. Какую? Ты такую же, как раньше. Людей убивать. А подробнее? Давай подробнее. Ну вот, чтобы далеко не ходить. Знакомый тебе гражданин Мексики Педро Блач. Торговля оружием, контрабанда, наркотики. На днях зарубил мачете собственную любовницу. Разонравилась, понимаешь? Так вот, в пищевой цепи нашего города, как бы тебе это объяснить? Ну, если на военное звание, то этот мех что-то вроде старшего сержанта. То есть не офицер даже. А вот этот маршал похлеще Суворова будет. А что у него с глазами? Альбинос. Его своим вампиром прозвали. И не только за внешность. Граф Дракула за свои 400 лет столько народу не положил, сколько этот за последний год. Вы хотите, чтобы я его убил? Но это было бы слишком самонадеянно с моей стороны. Вот тот, чью работу я тебе предлагаю. Чтоб ты не думал, что на гражданке легче работается. Мне надо подумать, Савелий Андреевич. Подумай. Подумал? Подумал. Нет. Почему? Как-то мутно здесь все. Я воюю с конкретным врагом. Все эти люди – это гражданское население. Хорошее, плохое – это уже не важно. Я не вправе решать их судьбу. Другого я от тебя не ожидал. На вот, почитай. Это сводки. По городу за год. Убитые, раненые, пропавшие без вести. И это только верхушка айсберга. А сколько народу от той же наркоты загнулось. Это, Леш, любимое тобой гражданское население. На войну собрался. Так она здесь, вот она. И мы ее проигрываем. Ну, это же незаконно. Савелий Андреевич, без суда и следствия людей стрелять, ну? Чем мы тогда отличаемся от этих бандитов, понимаете? Наверное. Ладно, тогда забудь все, о чем мы здесь говорили. На вот. Охране на выходе покажешь. Вы уж извините, Савелий Андреевич. Ты извини. Забудь просто и все. Есть снайпер? Ясно. Что дальше? Сделай вот что. Сделай так, чтобы этого латиноса, которого они вчера с братом взяли, образцово-показательно из тюрьмы выпустили. У парня обостренное чувство справедливости в жопе играет. Пусть посмотрит на торжество правосудия. Сам к нам запросится. А если не запросится? Будем валить. Слишком много я ему сегодня рассказал. О, братан. Здорово. Давай, накатим. Как дела? Нормально. Уволился с работы. Как обычно, в общем. А чё так? Да как-то так накатило. Дон Педро, помнишь вчерашнего? Отпустили этого говнюка. Рожа протокольная. Я ради чего работаю? Ради 19 тысяч, что ли? Да пошло на в жопу тогда это родное государство. Давай.
Заяву только написал или уже успел подать? Успел. Уволен по собственному желанию в связи с тем, что я нахер никому не нужен на этой работе. Так и написал. Ясно. Ты куда? Да пойду покурю. Кури здесь. Кури здесь, что ты? Савелий Андреевич? Да, добрый вечер. Вы про Сергея знаете уже? Чего? А вы можете как-то повлиять, чтобы заявление забрали и не обижались на него? Не слышь, ни хера. Хорошо, ладно. Да-да, конечно. Он завтра придет и извинится, я с ним поговорю. Угу. И еще, Савелий Андреевич. Я согласен. Жек, а че ты нет? Вот достал. Пойдет? Это уже было. Подожди. Включи ему обогреватель. Пусть погреется. Ронин Алексей Романович, я изучил ваше личное дело. Выглядит впечатляюще. Вы мне кажетесь вполне пригодным, чтобы самостоятельно заниматься разработкой операций. Как думаете, сможете? Не знаю. Стихи писали когда-нибудь? Ну, в школе. Очень плохие. Значит, что-то творческое у вас есть. Настоящая, хорошо исполненная операция – это ведь как поэзия. Алексей, теперь ваш позывной – Слав. We'll be right back.
Фу. Ну ладно, бог с ним, с Бентли. Ты хоть, я не знаю, как-нибудь борща, что ли, мне сварила. Ну, хоть раз. Просто в качестве знака внимания. Какой борщ, какой Бентли? Ну, как какой? Серебристый, конечно. Или кроме меня тебе еще кто-то дарит машины класса люкс. Ты скажи, а что, я поменяю. На розовый какой-нибудь. Чек сохранился. Ну, ладно, я не про машину. Ты борщ варить умеешь? Нет, только пиво. Немка, что ли? Да, наполовину. Я Леша, кстати. Карина. Извини, сейчас. Да. А вы где? Я Нарлеева. На Пестоле? Ясно, попутали декабристов. Я знаю, что недалеко. Да нет, я сам доберусь. Там кому надо, втык сделайте. Угу. Привет, привет. О, привет. Ну что, пошли? Пошли. Ой, здрасте. Это кто? Леша. Он мне Бентли подарил. Вау. Круто. Леша, пошли с нами тогда. Куда? Туда. Да? Пойдем. Ну, круто. Так-так-так. Все размялись, молодцы. Теперь давайте немного послушаем друг друга. Кариночка, ты у нас недавно? Давай, выходи, расскажешь нам немножко о себе. Давай, не стесняйся. А что здесь происходит? Смотри, смотри, тебе будет интересно. Сейчас она будет рассказывать. Что рассказывать? Смотри. Дали декабрь. Че надо? Я занят. В среду все базу вскрыл и перелопатил. Отправил Снейка с уцелотом. То есть, извините, то есть я вас... Да, компьютер навороченный себе справил. Акустика 9.1. Полный ништяк. Объект сейчас за компьютером в третьем окне слева. Фу, блин. Давай потом поговорим, а то сейчас меня убьют. Конечно, могу. Через полчаса нормально? А? Хорошо. Хорошо, давай. Нравится. А почему не танцуешь? Я не умею. Ну что значит не умеешь? Все умеют танцевать. Танцуем, ребят! Чем стоим? Давай, давай, танцуем! Давай! А здесь не разговаривают. Здесь танцуют, да. Да? Серьезно? Извини.
Повторяй за мной. Сейчас попробую. Опа. Ты чего делаешь? А? Это не то. Вот так. Опа. А так, а? А что это с вами? А? Извините. Да понравился. Красивое оружие. Все хорошо? Да, все хорошо. Ну это хорошо, когда все хорошо. Но не слишком ли, а? Как ее зовут? Кого? Ну, впрочем, какая разница? Алексей, позвольте дать вам совет. Людям вроде нас не стоит связывать себя постоянными отношениями. Вы ставите под угрозу как себя, так и работу. А впрочем, и предмет ваших воздыханий тоже. А мне кажется, это мое личное дело. Я дал вам совет, вы пропустили его мимо ушей. Когда, используя вашу девушку, вас возьмут за жизненно важные органы, будьте любезны, вспомните меня добрым словом. Конечно, вспомню. Ну вот и прекрасно. Займемся делом. Я надеюсь, вы не из той когорты людей, которые считают Санкт-Петербург раем на земле, а Москву гиеной огненной с 9 кругами МКАДа. Да нет, красивый город. Но было во всяком случае. Я в школе ездил с классом нормально. Вот и отлично. Поезжайте завтра. Погуляйте, освоитесь. Извините, я по делу должен туда поехать по работе? Пока нет, но можете понадобиться. Да, и девушку возьмите с собой. В смысле девушку? А как же... Профессиональный долг. Не смешивать профессию с личной жизнью. В чем подвох? Дольше пообщайтесь, быстрее надоест. Понял, есть. Шайсы. Danke. Ich verstehe Sie.
Alles klar. Wir warten, bis kommt. Bis dann. Здравствуйте. Говорите по-немецки? Иногда. А как с немецким у вас? Ну как у всех. Я Яна, Тюрлих, Хендехох, Дасиш, Фантасиш. Зря. Язык — это система кодировки любых человеческих коммуникаций. Всего, что нас окружает. Чем больше систем вы познаете, тем более объемной для вас будет картина мира. Это важно. Согласен, Юрий Карлович. Наша цель. Карл Поппер. Очень неприятный человек. Чем занимается? Это один из крупнейших специалистов по отмыванию денег в Центральной Европе. Через полчаса его самолет прилетает в Москву. Вечером он встречается с людьми вампира. Тот хочет заручиться его поддержкой и стать акционером крупного германского автоконцерна. Если это произойдет, обратно в страну деньги уже не вернуть. Ясно. То есть, соберись он вложить деньги в отечественный автопром, вы бы не стали ему перечь, да? Мы бы вручили ему медаль за то. Все как обычно? Нет. Мы здесь просто поговорить с ним. И аргументированно убедить его в том, что с некоторыми клиентами лучше не иметь дел. Не понимаю, зачем нужен я? Из меня переговорщик, как из кочерги салфетка. Ну, когда разумные аргументы не работают, стоит воспользоваться кочергой. Привет. Это Людвиг Карлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с дороги пойду заселюсь. А давайте сходим куда-нибудь все вместе. Мне очень рекомендовали один клуб тут поблизости. А давайте. Конечно. Прекрасно. Ну что, закажешь что-нибудь покушать? Я пока полистаю. Приятного аппетита. Спасибо. Ты будешь что-нибудь? Какой-нибудь коктейль. Мохито сделай. Вода без газа. А вы правда родом из Германии? Не совсем. Долго рассказывать. Впрочем, Россия и Германия чем-то очень похожи. Думаете? А мне кажется, наоборот, есть очевидная разница во внешности, например. На вас посмотришь, типичный немец. На меня глянешь, русский и русский. Ну, Германия тоже очень парадоксальная страна. С одной стороны, она подарила миру великих философов. Доктора Геббельса? Леша. А с другой стороны... Да, вы правы, Алексей. Вы знаете, глядя на немецких женщин, волей-неволей станешь философом. Но в сочетании с русскими корнями получается вот такое чудо, как Карина. До солнца. Но это вы зря. Немецкие женщины – это… Впрочем, о чем невозможно сказать, это лучше промолчать. Так давайте выпьем за немецких женщин с русскими корнями. За вас, Карина. Спасибо. Слушай, Карин, я пойду… Я сейчас отойду на секунду. Хорошо? Посидите пока, ладно? Ой,
Извините. Карина, я вас тоже ненадолго оставлю. Надо поприветствовать одного человека. Не могу ответить вам тем же. Да бросьте, столько лет прошло, а вы все дуетесь. Вы не могли найти место поспокойнее? Зачем? С одной стороны, здесь много народу. И вы, я, можем не опасаться каких-нибудь эксцессов. А с другой, никто нас не подслушает. Я всегда назначаю встречи в местах вроде этой. Вы знаете, зачем я здесь? Догадываюсь. Но несмотря на все мои симпатии, должен ответить вам отказом. Пипец тебе, мудила! Что такое? Ангел. Все еще живы. Потому что я стою на линии огня и загораживаю вас снайперу. Как только я отойду, вы будете следующим. Ты, сука, даже не представляешь, чего мне стоит оставить тебя в живых. Зачем? Если ты дашь мне хоть малейший повод, если вампир проведет через тебя я хоть сделаю. Цент своих денег, я буду рад этому так, как радовался только в детстве, когда нашел под елкой игрушечную железную дорогу. Я согласен! И не рассчитываю, что для тебя все закончится так же быстро и безболезненно, я как для них. Я согласен! А шлёх! Может, пойдем отсюда? Что-то как-то народу много. А Людвиг не обидится? А он уже ждет нас на выходе. Лишь две вещи не перестают меня изумлять. Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас. Очень поэтично. Это не я придумал. Да? Вы меня удивляете, Алексей. Это мой Нункан сказал. Алексей, вам несказанно повезло с девушкой. Я знаю. Между прочим, он очень талантливый. Леша, я имею в виду. Кан, собственно, тоже. Они в сущности чем-то очень похожи. У них одинаково субъективное мировоззрение. Откуда вам знать, какое у меня мировоззрение? Может быть, кого-нибудь другого будем обсуждать? Ну, не дуюсь. Кольцо хотел купить. Какой размер у девушки? Может быть, вот как мизинец. Или чуть поменьше. Хорошо, я вас поняла.
Объект проехал 17 километров. Через 7 секунд появится зона видимости. В какой машине объект? Как слышно? Нет секунды. Последняя машина. Я вижу. Сейчас я его сниму. Отмена. В чем дело? Приготовиться к выполнению новой задачи. Есть. Новая задача — взять объект живым. Каким образом? Слав, либо выполняйте приказ, либо доложите о невозможности его выполнения. Есть. Разрешите приступить к выполнению приказа. Выполняйте. Надо срочно сообщить по рации, чтоб последовали вооруженные нарушители. Срочно! Какая рация? Ты что, обалдел, что ли? Нас же заставят преследовать. Тебе это надо? Все, отдыхаем. Серега, а рация? Где рация? Везде! На дорожную камеру участвовавшего в похищении депутата Анатолия Борисовича Барсукова. По сообщениям оставшегося в живых телохранителя, преступник ранен в руку. Другой информации пока. Привет. Привет. Как дела? Мы же с тобой 3 месяца вместе. Солнышко, здорово, давай отметим это. В ресторанчик куда-нибудь сходим. Я ни разу тебя не спрашивал, чем ты занимаешься. Котенок, мы же договорились не говорить об этом. Расскажи мне, чем ты занимаешься. Пожалуйста. Котенок.
хорошо. Ну почему? Подожди. Ну что ты, милая? Подожди. Солнце. Я никому не расскажу, Лёш. Ну почему? Что? Никому не расскажу, честное слово, клянусь. Ты, Лёш, это я там... не могу. Я не могу с тобой тихо. Жить дальше. Почему? Просто не могу. Почему? Лёш, ты что, не понимаешь, ты убиваешь живых людей? Они бандиты. Лёш. Они бандиты. Они люди. Они жили, они росли, они мечтали. Они любили кого-то. Кто ты такой, чтобы решать, жить им или нет? Красивый галстук. Благодарю вас. Полгода назад был в Испании. Зашел в музей Инквизиции. Посмотреть на орудия пыток. Ну, по работе, конечно. Насмеялся. Испанский сапожок. Железная дева. Аист. Сплошная показуха. Достаточно ведь знать минимальный набор болевых точек, чтобы добиться нужной информации. Ну вот хотя бы с помощью этой ручки. Я знаю, что вы многим обязаны вампиру. Я знаю, что вы его боитесь. И ни при каких обстоятельствах не станете отвечать на мои вопросы. Я ничего не знаю. Правда? Ну уж извините. Вам показалось, что я закончил, но это не так. Я только начал. Перебивать людей — это невежливо. Согласны? Да нет! Нет? Да то есть чёрта! Благодарю вас. Итак, продолжим. А о чем это я? А, то, что ваша предвыборная кампания проведена на деньги вампира, это факт. То, что вы совершенно бесстыдно лоббируете его интересы, это факт. То, что вы сейчас знаете, где находится вампир, это тоже факт. Мир полон фактов. Мир определен фактами. Итак, где сейчас находится вампир? Значит, есть новость, но она плохая. Забыл ручку. Мою возьми. Где находится вампир, мы знаем. Но нам это ничего не дает. Почему? Потому что находится он в подвале одного очень хорошо охраняемого особняка. Бывшая генеральская дача. Подвал не просто подвал, а бомбоубежище. По периметру объект охраняет большое количество хорошо обученных людей. Учитывая, что официально штурмовать здание мы не имеем права, возможности подобраться к вампиру у нас нет. Возможности всегда есть. А хорошие новости есть? Вампир без нашей помощи очень скоро покинет мир живых. Подробнее. Неоперабельный рак легких. Последняя стадия. Сколько? От 2 месяцев до полугода. Это уже плохо. Чем плохо? А тем, что если убрать неожиданно, вся организация посыпется. Кресла начнут делить. Между собой схлестнуться. А вот что будет, если... Что он в преддверии собственной кончины отчебучит? Кого преемником поставит? Здесь одному Богу известно. В общем, убирать надо сейчас. И чем быстрее, тем лучше. Савелий Андреевич, я бы хотел уволиться. А
Алексей, я настоятельно рекомендую все-таки не путать личную жизнь и работу. То, что вы расстались с девушкой, должно сделать вас сильнее. А вы хотите в самый решающий момент дезертировать? Вы откуда знаете? О своих подчиненных я должен знать все. Леш, действительно, бортанула тебя баба. Ну, с кем не бывает. Но работа-то здесь каким боком? Я не хочу больше никого убивать. Старший лейтенант Ронин! Вы солдат или визажист-парикмахер, мать вашу? Я тебе еще ни одного человека убить не приказал! Это не люди! Не хочет он. Совесть у него проснулась. А что будет, если эту гадину жить оставить? Здесь тебе совесть ничего не подсказывает? Нет? Ангел, твою мать! Крылья не мешают? За косяк не цепляют, когда в дверь заходишь? Нимб не жмет? Махатма Ганди. Пацифист-хругвеносец. Толстовец недоделанный. Мандалай-лама выискался. Нашел время. В общем так, прямой тебе приказ. Убираешь главного и катись на все четыре стороны. На валам езжай, грехи замаливать. Приказ ясен? Так точно. Вопросы есть? План дома есть? Где он живет? А схема водных коммуникаций? Ты что туда, по трубам решил просочиться? Не совсем, но... Есть одна мысль. Прослушка снимает колебания оконных стекол. Очень удобная вещь. Поздновато ко мне эта запись попала. Я мексиканца на фарш пустил. Думал, его отпустили, потому что сказал что-нибудь.
А это, оказывается, Котов к тебе так подбирался. Удивлен, солдат? Все войны на свете просто столкновение деловых интересов. Один ты за справедливость борешься. Не одиноко? Подожди. Еще минутку. Куда торопишься? Убираешь главного и катись на все четыре стороны. Котов не просто хочет убить меня. Он хочет занять мое место. Там в сейфе все материалы. В качестве официальных доказательств они фигурировать не могут, но на большинство твоих вопросов ответят. Приказ ясен! Все, кого ты убил, все это личные враги или конкуренты Котова. Очень примитивно и скучно. Много-много красивых слов, а на самом деле все просто жрут друг друга. Знаешь, в чем единственная разница между мной и твоим начальником? Я много плохого в жизни сделал, но без помощи государства. Я корками должностными не прикрывался, а так честнее. Если ад есть, то мы с ним в разных котлах вариться будем. А это уже неплохо. Все, Леш, выполняй приказ и иди домой с совестью договариваться. Устал я. Зачем жил? Не понимаю. Так ты вампира завалил, да? Поговорить с ним успел. И давно ты в этом деле? Полгода. А мне ничего не сказал. А зачем? Дурак ты. Я ж Зорро. Ну и что дальше думаешь? Не знаю. Котов, он же полкан ВД. И сколько там еще? Знаешь, чем это грозит? Это гроб с музыкой в лучшем случае. Ты же не думаешь Котова со всей его компанией валить? Не думаешь? Забудь об этом деле, братан. Я тебе говорю. Повелся, что ли? Мочить будем этих пидорасов, пока не прочухали. Давно об этом мечтал. Братва! Братва! Давайте по очереди. Братва! Давайте я первый говорить буду, ладно? Вампира нет. Гражданскую панихиду потом справим. У нас два пути. Либо разделяемся и остаемся жить в старых границах, как жили раньше, либо выбираем нового капитана. Ага, ты себе место застолбил, да? Сам рулить хочешь? Ты что, самый умный? Хорош, базарить. Официально заявляю, ты и ты, пошли вон. Вы сами отлично видели, что с вампиром сделали. Я следующим быть не желаю. И вами рулить я не хочу. Сразу поясню. У меня все в порядке. И лучше жить не хочу. У меня есть кандидатура. Что, гаврики, не ждали? Как дела, Михалыч? Вопросы решать надо. А решим. Да. Привет, Леш. Добрый вечер, Савелий Андреевич. Ну что, поздравляю с успешно выполненной операцией. Таран, поздравляйте. Что так? У меня прямой приказ. Устраняешь главного, можешь быть свободен. Я солдат и выполняю приказы безоговорочно. Так что извините, Савелий Андреевич, но вы на очереди. Жаль. Жаль. Оба ведь в ад попадем. Так что до встречи, Леша.
Начали. Как Светка? Играет. Говорит штаб-лейтенант Алексей Ронин. Кто руководит штурмом? Капитан милиции Лапин. Я тебя знаю. Я тебя тоже узнал. Поэтому ты до сих пор жив. Не слышу тебя, братан. У нас приказ работать на поражение. Там пацаны мои живы. Все, я пока по бронежилету стреляю. Значит так, даю тебе одну минуту, потом выходи. Тогда даже бить не будем. Опа! Что я тебе не знаю, братан? Упакуем в нормальном виде. Если Ваньку будешь валять, придется валить. Я подумаю. Давай, подумай. Пацаны, переходим на запасную частоту. А помнишь, братка, в детстве пару сигарет у бати в пачке пропало? Помнишь? Вас тогда отругали, потому что вы курили, а я нет. Ну? Так это я их свистнул, брат. Да ладно. Замыкай. Чё это? Нажми, увидишь. Хера себе. Не, ну ты Копперфильд. Я смотрю, ты подготовился. Знал, что штурмовать будут? У тебя какие отношения с соседями? Сейчас посмотрим. Ребята, что случилось? Привет, что ли? Гейм овер, Светка! Вещи собирай. О, здорово, Сань. Как дела? Иди, немножко ломал здесь чуть-чуть. Ты не ссы, я починю. Пусть там тебя упал опять! Как он? Ё-моё. Давай. Давай, быстро. Молодец. Сваливай. Подними по своим каналам. Ну где-то же он проявляется. Еду покупает. Девка с ними клиентка. Тихо. Подруг школьниц поищи. Как дела? Имейлы прошерсти. Нормально. Ну, сам все знаешь. Он где-то рядом. Пойдем отсюда. Вот по банку. Хорошо. Я отвечу на все вопросы, но сначала хотел бы сделать заявление. За последние две недели при различных обстоятельствах погибли трое представителей высших чинов МВД. Это полковники Горават, Савельев и подполковник Викоев. К сожалению, установить связь между этими смертями не представляется возможным. А досужие домыслы прессы о том, что появился якобы некий мститель, который целенаправленно уничтожает сотрудников МВД, я лично считаю, абсолютно безосновательно.
Плохо работаем, Людвиг Карлович. Мне кажется, я вижу решение проблемы. Тебе кажется? Или ты можешь ее решить? Я могу ее решить. 2 дня даю. Или ты зароешь этого пионера-героя. Или самого закопаться заставлю. Простите, ради бога. Это я вас разбудил или вас кошмар замучил? Спокойно. Оружие на пол. Оружие на пол. Здесь пластида хватит на все здание. Так что лучше меня не нервировать. На выход. Отпущу кнопку. Будет братская могила. Эвакуируйте здание. Даю 2 минуты. Быстро! Да. Я понял. Спасибо. Мне казалось, ваш избранник будет умней. Савелий Андреевич, вы не могли бы зайти ко мне через 2 минуты? Да, я уже знаю, это блеф. Уверен, Савелий Андреевич. Нужен. Алексей, я же предупреждал вас о вреде постоянных отношений. Кстати, не объясните мне, что это за маскарад? Дополнительная страховка. Алексей, вы что, забыли? Солдата делает неуязвимым то, что он уже мертв. Вот здесь. Я не боюсь смерти. Своей, да, а их? Их? Вы ему не сообщили? Сентиментальная девушка. Держала на прикроватном столике. Срок 8 недель. Поздравляю вас. Может, все-таки снимете жилет, а то ведь и правда рванет. Я хотела сказать, Боже. Ну вот теперь можно поговорить. Девушка, можно потише? Это государственное учреждение все-таки.
Людвиг! Людвиг Кар... Доигрался. Шеф, это чё? Опа! Я! Четвертый месяц длится судебный процесс. По делу Сергея Лунина. Это вопросы, которые расстреливают чиновников, банальные тревоги. Шести бывших лейтенантов неизвестных. Целая группа людей была в сговоре с организованной преступностью. Я вам поясню, почему они стреляют. Предъявленные обвинения. Показывают грошовую зарплату, живут в особняках. Прокомментировав эту ситуацию, мы попросили известного адвоката. В голове надо что-то поменять. Ну чувствую я просто. А то один вот так вот. Не боюсь. А государство на это все смотрит сквозь пальцы. Хорошо. Я могу сказать, что полностью оправдательный приговор нереален. И срок? Он, конечно, боитесь говорить об этом официально. Я? А может проблема в том, что крохотная зарплата? Он хотел стать Зорро. Он стал. В огороды будут копаться. А где вы деньги возьмете? Так не бывает. До свидания. Продолжается разбор завалов в здании УВД. Были обнаружены тела подполковника МВД Людвига Вингина и полковника Савелия Котова. Останки Алексея Ронина, по предварительным данным, пронесшего бомбу в здание, обнаружить пока не удалось. Извините, мы скоро взлетаем. Закройте, пожалуйста, ноутбук. Если хотите, можете смотреть фильм в полете. Хорошо. А что будут показывать? На ваш выбор. У вас есть какие-то пожелания? Ну, что-нибудь. Без стрельбы, если можно. Да, конечно. Хорошо.